Я покажу невеличке мотиваційне відео на початку, щоб ми зарядилися духом. От, так що починаємо. Every year, Startup Grind hosts our SG Women Month, proudly recognizing the accomplishments of successful women leaders all over the world. These women are founders, venture capitalists, engineers, executives, educators, and more, who represent our community all around the world. This month, SG Women Month, is proudly presented by Silicon Valley Bank and Google for Startups. Так. І вітаємо вас на події. Сьогодні ми проведемо зустріч з представницями з трьох сфер жіночого підприємництва і поговоримо про плани, про челенджі, про майбутнє розвитку жіночого підприємництва як в Україні, так і за її межами. Тому на початку я розповім трошки про історію створення Startup Grind Woman, про те, що таке саме Startup Grind і чому ми сьогодні присвятили цей івент саме розвитку жінок, розвитку жіночого підприємництва і перспективам економічного зростання, скажімо так. Startup Grind уже розвивається в загалом 11 років, але вийшов на міжнародну арену 6 років тому, і 6 років тому в Україні заснували чаптер в Києві, а після цього заснували декілька ще регіональних підрозділів в Дніпрі. Я є регіональним директором Startup Grind у Дніпрі. У нас є ще підрозділ у Харкові, у Рівному, був у Львові, але закрився, я думаю, що скоро відкриють новий. От, загалом цілком по всьому світу ми маємо більш ніж 600 підрозділів Startup Grind, і Startup Grind є найбільшою за чисельністю стартап-організацією у світі. І 5 років тому було прийнято рішення, що ініціатива, присвячена жіночому підприємництву, є нагальною і є необхідною для того, щоб звернути увагу на жіноче підприємництво в цілому, у стартапах, у технологічній сфері, у сфері інновацій. І ми в Україні вже 4 роки поспіль кожного травня проводимо такі заходи, які присвячені саме жінкам у бізнесі. І сьогодні ми зупинимося з вами на питаннях, які будуть присвячені тому, які саме челенджі мають жінки у підприємництві, як вони з цим справляються, чим допомагає їм, чи, може, заважає те, що вони є жінками, і яким чином можна розвиватися у підприємництві, якщо у вас є свій бізнес, свій стартап, своя ідея технологічна, або те, що вас мотивуватиме, скажімо так, зростати у своєму бізнесі. І зараз я думаю, що ми вже готові для того, щоб переходити до виступу нашої першої спікерки. У нас все буде досить неформально. Я буду задавати питання і зараз запрошую, скажімо так, до мікрофона Ксенію Бєлкіну. Ось вона з нами. Ксенія, привіт. От, після чого ми запросимо до мікрофону Марію Романову, і після цього виступить ще Олеся Залузька, вона долучиться до нас трошечки пізніше. І зараз ми попросимо Ксенію розказати трошки про історію того, як вони створювали свій стартап, що це є саме, і як наразі розвивається сам продукт і які у вас є плани на майбутнє. Коротесенько. Будь ласка, слово. Привіт всім. Ну, в першу чергу, мені дуже-дуже приємно, що мене пригласили, тому що українська стартап-ком'юніті, все-таки багато у нас дівчинок, жінок-основателів, довольно достойными проектами, которые представлены не только в Украине, а в мире. Поэтому приятно, что пригласили меня.
Что я Ксения Белкина, CEO и сооснователь компании Кардиома. Наша компания, что мы предлагаем? Мы предлагаем простое, но инновационное, я бы даже сказала, революционное решение на основе искусственного интеллекта для дистанционного мониторинга пациентов. Наша компания основана в 2016 году двумя основателями, мной и моим бизнес-партнером и партнером по жизни. Вот. Сегодня наша компания представлена в трех странах: в Украине, в Нидерландах и в Соединенных Штатах. Можно я расшарю свой экран, чтобы понятно? Что из себя представляет Кардиома? Это, как я сказала, инновационное решение на основе искусственного интеллекта для дистанционного мониторинга пациентов. Наше решение, технология состоит из двух частей. Это хардварная часть и софтверная. Хардварная – это миниатюрный пэтч, то есть удобный в ношении и крошечный девайс, который крепится на тело, и в режиме реального времени мониторит состояние пациента, то есть его жизненно важные параметры, такие как электрокардиограмма, дыхание, температура и тому подобное. Также все эти данные передаются в облачную платформу, где эти все данные анализируются и в режиме, опять же, реального времени, и пациент, и его доктор получают уже проанализированную информацию. Вроде кажется, что наше решение очень простое, потому что его легко носить, легко самому прикрепить, легко для пациента. В то же время за всем этим стоит работа команды в протяжении 5 лет, как наша команда разработчиков и программистов, и дата-сайентистов тренировали нейронные сети для того, чтобы без помощи докторов, без помощи кардиолога вся эта медицинская информация пациента анализировалась именно искусственным интеллектом, то есть никакого, исключается человеческий, так сказать, фактор, ошибка кардиолога. Поэтому в первую очередь все наши достижения – это благодаря команде, которая все эти годы сильно разрабатывала продукт и его совершенствовала. А скажи, пожалуйста, у вас в команде в основном мужчины? Или, ну вот какое одни распределение? Одни мужчины. И вот как тебе, как представителю, скажем так, другого пола, руководить такой вот компанией, которая состоит в основном из мужчин? Тебе легко или, ну вот, какое есть, я не знаю, есть ли какое-то вообще какая-то разница, да, там в том, что вот ты женщина, да, генеральный директор инновационного вот такого вот проекта. Насколько я понимаю, да, вы и Роман, да, там совместно пришли к этой идее, но все-таки как бы лицо проекта и генеральный директор – женщина, да, вот есть ли у тебя какие-то, я не знаю, связанные с этим моменты, да, там, как тебя воспринимают, когда ты питчишь, когда ты приходишь к инвесторам или к потенциальным партнерам, да, там, не говорят, там никогда такого не бывает, что типа, а где ваш сооснователь, приведите, или что-то в этом роде. Да, ну, чтобы объяснить ответ на этот вопрос, я сначала начну, как бы, с чего это началось, да. Эта идея все-таки, да, это идея моего партнера, и он, видно, у нас хорошая синергия, потому что он, как сказать, визионер, да, он видит продукты, которые будут востребованы в будущем. Я в этом раз, потому что когда до основания нашей компании, да, когда мы занимались каждый своим проектом, он делился со мной некоторыми идеями. И сейчас эти идеи уже давно
воплощены на рынке другими компаниями в мире, ну, то есть я не про Украину говорю, то есть насколько он смотрел далеко в будущее, и я единственное, о чем жалею, что я раньше не начала с ним наш совместный проект, что я была вовлечена в свои проекты, вот, ну, с другими проектами, в том числе и воспитанием детей иногда, поэтому, вот, так что я... Мне легко. Я очень надеюсь, что им тоже всем легко. Я имею в виду мужчинам, которые, с которыми я работаю, что я, они меня не воспринимают как, что я над ними, да? Мы с ними у нас в команде, мы со всеми, так сказать, на одной волне, на одном уровне, нет никого выше, и поэтому каждый может неформально обращаться ко мне с любыми вопросами. А насчет инвесторов, это я скажу, что есть разный опыт и в разных странах. Не буду говорить, в каких странах это происходит по-другому, но иногда, да, не хотят общаться с женщиной-основателем и целенаправленно именно на Романа и говорят только с ним. Ну, то есть, да, то есть все-таки бывали случаи, ты сталкивалась с таким вот... Нет, это естественно, это даже если смотреть, что, например, кажется, что это только у нас это не представлено, на самом деле нет. Та же самая Америка довольно, так сказать, не бывает очень... консервативно. Да, да, это как бы модная тема, что female founders, и, но все равно, да, трудности есть всегда, но главное уметь их преодолевать и показывать, что девушки хрупкие, девушки способны развивать продукты и новые проекты в, именно в таких сложных областях, как IT или новый искусственный интеллект или новые технологии. Даже та же самая медицина, именно часто сталкиваешься на... конференциях и медицинских конференциях и тому подобных ивентах, большинство все-таки, например, спикеров или представителей компании, это тоже в основном мужчины. Поэтому я думаю, что мы будем ломать эти устоявшиеся стереотипы. И судя по тому, что показано у вас на слайде, вы достаточно уверенно двигаетесь в этом. Как я сказала, это была идея моего партнера, он хотел сделать доступное и легкое в использовании средства для того, чтобы знать состояние здоровья своих пожилых. В первую очередь он это делал для своей мамы, но в процессе создания и в процессе дальнейшего, так сказать, питчинга этого нашего проекта другим людям оказалось, что эта проблема довольно актуальна для многих, поэтому то есть вопрос помощи родителям всегда актуален во всех странах. Когда ты пичешь именно этот продукт, который поможет вашим родным быть здоровыми или дольше здоровыми, то это всегда работает. Вот, и с чего все началось? То есть мы с нашей идеей и с ним, так сказать, с первым прототипом попали в акселератор в Штатах и переехали, да, на время туда. Это был очень, как сказать, полезный опыт, даже несмотря на то, что я ранее была в Америке, жила и училась там, все равно для меня это был просто новый мир, то есть узнать, как именно делать бизнес, делать свой проект и выводить его на американский рынок, это было очень полезно. То есть все-таки акселераторы действительно играют большую роль в процессе вывода продукта на рынок. После Штатов я могу сказать, что к нашему проекту пришел успех, потому что после этого мы представили его на многих мировых ивентах и конференциях и выставках, получили много
специализированных продавцов, то есть свои категории как медицинских продуктов, так и стартап ивентов. На сегодня мы сосредоточились на рынке Европы. Вот сейчас мы живем, переехали в Нидерланды, где мы развиваем свой продукт, выводим его на рынок здесь. На сегодня у нас здесь есть сильные партнеры, с которыми это сделать проще, вывод на рынок. То есть мы усилили нашу команду с профессионалами из области, с профессионалами, которые ранее работали в компании Philips, и то есть имеют опыт вывода подобного, ну не подобного нашему, то есть продукта из области Remote Patient Monitoring. И на сегодня у нас есть здесь сильные партнеры в виде медицинского университета, где мы начинаем двухлетний проект по мониторингу пациентов перед операцией, для того чтобы, причем все это будет осуществляться на деньги правительства Нидерландов. Они выделили на это деньги для того, чтобы усовершенствовать систему здравоохранения и в дальнейшем уменьшить расходы на содержание пациентов перед и после операции. То есть мы, так сказать, участвуем сейчас здесь в инновационном проекте, который можно масштабировать на другие страны. Также на сегодня в Украине, что происходит с нашим проектом, вот как раз на днях мы подписали договор с дистрибьютором, который будет именно заниматься продажами нашего продукта в Украине. И это уже будет, думаю, в следующем месяце. Хорошо, продолжаем вот на чем мы остановились. У нас есть еще 10 минут на сессию ответов и вопросов. Или же мы можем закончить твою презентацию и вернуться к сессии ответов и вопросов уже после того, как выступит Мария и Олеся. Как удобно. Я думаю, что основное, что мы хотели бы от тебя услышать, это вот как раз вот про челленджи предпринимателя женщины. Да, то есть есть ли они, да, с чем мы сталкиваемся, и чего бы хотелось избежать, да, там, тебе как человеку, который постоянно находится в режиме, скажем, поиска новых путей развития, вот, и к чему вы сейчас уже пришли, где находится проект, да, и куда вы собираетесь двигаться, чего не хватает тебе, как женщине-предпринимателю, для того, чтобы дальше двигаться. Может быть, ты сможешь поделиться какой-то каким-то набором уже полученных, скажем так, opportunities, да, возможностей, которые у вас сейчас есть, как проекту, у которого есть развитие на Европу и на Америку одновременно, да, проекту из Украины, который развивается и в Европе, и в Штатах. Ну, я, скорее всего, на сегодня у меня много уже чего есть, но я к этому своими собственными опытом и ошибками, поэтому то, чего бы хотелось вначале, это все-таки какого-то опытного ментора, да, именно из твоей области, который действительно будет давать правильный совет и правильно направлять. То есть то, что все это я было бы меньше, больше сэкономлено времени и больше можно было бы сделать, если имея я вначале именно хорошего ментора или хороших. То есть да, сейчас мы их приобретаем, приобрели, но это все прошло время, и, во-первых, да, когда ты приходишь в любой бизнес, ты не можешь всего знать, и каждый день узнаешь что-то новое, поэтому, да, я каждый день сама что-то изучаю для себя новое, сама самосовершенствуюсь, поэтому на сегодня я бы не сказала тоже, что я прям все знаю. Ничего я еще на самом деле не знаю и всему учусь. Вот. А мои советы, то есть девушкам,
все-таки начинать как можно раньше. Вот как только пришла идея, сразу начинать. Потому что возможностей сейчас огромное количество. Не обязательно искать сразу инвестиции. Есть очень много программ, инкубаторов, менторских программ и тому подобного, опять же, грантов, на которые можно подаваться в Украине и в Европе. Идей не так уж много в мире, а особенно не так уж много идей, которые доводят до воплощения этих идей в готовый продукт и до вывода этого продукта на рынок, и именно чтобы этот продукт был действительно необходим, потому что можно делать продукт, а потом окажется, что это на самом деле никому не нужно. Вот. Поэтому, наверное, нужно иметь свою собственную мотивацию и каждый день задавать себе вопрос, для чего я это делаю и что я хочу сделать лучше в мире. Так. А какие вот сейчас возможности есть для развития проекта в Европе, вот конкретно для вашего проекта, и как вы их находили? Это ты занималась этим или бизнес-партнер этим занимался, или ну, вот, какие ресурсы, да, вот необходимо штудировать сейчас предпринимателям, которые на своем пути развития, да, украинским женщинам-предпринимательницам, для того, чтобы найти, да, возможности развития на других рынках, например? Ну, в первую очередь, нужно знать, из какой области продукт или технология или проект. Поэтому мои советы, скорее всего, будут касаться только медицинских продуктов, потому что уже область я знаю теперь очень хорошо. Поэтому, скорее всего, лучше просить совета и промониторить хорошо рынок, тот, на который ты выходишь. И, но лучше, да, уже спрашивать совета, потому что те, кто прошел этот путь, я с удовольствием делюсь всем опытом, всеми наработками, то есть всеми контактами. Да, самое важное, наверное, все-таки в нашем мире – это контакты и нетворкинги. Я свой нетворкинг строила довольно долго, и поэтому, да, это вот моя, наверное, одна из самых больших ценностей. Но с удовольствием делюсь контактами. И... То есть можно обращаться напрямую к тебе, если, например, у кого-то будет вопрос по рынку медтека, да, например, там, в Европе или в Штатах. Да, потому что в медтеке, да, есть свои нюансы, с которыми, знаем их раньше, да, эти все вопросы... Наверное, да. Быстрее. У нас есть вопрос к тебе в чате, да, как ты понимаешь, что ты хочешь спросить и узнать? Я так понимаю, у ментора, да, Александр? Угу. Вот как понять, к чему идти, с чем идти к ментору, да, с какими вопросами? Ну, надо подготовить, да. Нет, конечно, он строит бизнес, но если... Но если ты и эта идея важна для тебя, и ты видишь, что она решает... Чаще всего, скорее всего, да, как многие проходят этот... сталкиваются с какой-то проблемой, которую они решают, а потом оказывается, что у многих такая проблема. Вот это, наверное, один из самых частых случаев основания бизнеса или инновационной технологии. Вот. Просто так идти к ментору и спрашивать, что я, он же не скажет, что вам делать, какой бизнес. Я, наверное, думаю, что приходить уже с готовой идеей или с идеей проекта, через который прошел, решая свою проблему. Вот, как-то так. Я так понимаю, уже в конкретном случае, да? То есть... Вот есть у тебя идея, что спрашивать у ментора? Но у ментора нужно спрашивать конкретно, на какой, если вы выбрали уже рынок, на который вы выходите, нашли человека, который вас будет направлять и помогать в этом, то уже нужно обращаться с конкретными вопросами. Да, ну извините, спрашивать, ну, ментор не построит действительно ваш бизнес и не выведет. То есть нужно провести какой-то анализ, рынка, конкурентов, подумать, как ты это будешь продавать, кому продавать. А потом уже спрашивать у ментора нюансы, чтобы он тебе помог избежать множества ошибок на этом пути. Угу.
Я так думаю, что вам стоит с Александром пообщаться тет-а-тет, потому что вопросов много. А есть еще у кого-то вопросы к Ксении? Ну вот мне интересно, например, вот есть у тебя три компании. Одна в Украине, одна в Нидерландах и одна в Америке. Как ты это все менеджишь? Да? То есть у тебя есть люди, которые отвечают за какой-то определенный сегмент, или это все вот, ты ведешь самостоятельно? Да? Как ты находишь новые opportunities, например, хочешь ты развивать сейчас Европу, да, то есть свою европейскую компанию, вкладываешь туда все усилия, а кто следит за состоянием и течением дел там на украинской компании и в Штатах? Ну, что мы все-таки небольшой еще стартап, поэтому почти большую часть работы все-таки приходится вести основателям по всем компаниям, то есть, ну, как бы... Вести компанию в смысле сдать отчетность вовремя, то как бы для этого можно взять и человека на part-time. Но именно строить стратегию, видеть перспективы на каждом рынке из каждой своей компании, это уже не обязанность, как это, сфера ответственности основателя. Кроме основателя, и, наверное, ну, это никто не может сделать. Конечно, можно приоритизация. Нанимать команду людей, которые уже помогут вывести, уже имея сформированную бизнес-модель, как, например, в нашем случае, которые будут, зная каналы продаж на этом рынке, и именно на каждом локальном рынке нужен свой местный человек, да, это все-таки будет проще вывести так продукт на рынок. Намного сложнее, сидя из Украины, выводить продукт на рынок любой другой страны. Проще найти, да, местных людей, которые уже знают все нюансы менталитета и каналы продаж на этом рынке. Но нельзя придумать идею и тут же найти людей, которые выведут этот продукт на рынок. Мне кажется, этот путь проходит основатель сам. От продукта и до вывода. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что пришла, поделилась опытом, да, поделилась наработками, рассказала апдейты. Тут благодарили тебя и товарищи из Днепра за апдейты. И мы желаем успехов в развитии, конечно же, да, и всегда переживаем за наши украинские компании, которые развиваются, да, там где-то семимильными шагами шагают в будущее и привносят инновации в этот мир. Спасибо вам большое за то, что вы это делаете. И если можешь, оставайся с нами на связи до финала ивента. Возможно, у кого-то еще появятся какие-то вопросы. Мы в конце проведем еще одну Q&A-сессию уже со всеми спикерами. У кого остались вопросы, пожалуйста, будьте на связи, да, записывайте свои вопросы. А мы сейчас перейдем к нашей следующей гостье. Пригласим к нам Марию. Вот. И попросим ее поделиться опытом уже со стороны крупного корпоративного акселератора. Да? Welcome до нас у студию. Еще раз расскажу, что я є керівником корпоративного акселератора RadarTech і вже довгий час є лідером акселераційних програм, які проведені загалом жіночою командою. Тож я передаю слово Марії. Будь ласка, розкажи нам для початку, так, що є для тебе керувати жіночою командою, як тобі співпраця загалом з жінками і про шлях розвитку твій як жінки, лідера, да, і вас як команди. Будь ласка. Спасибо большое, Леся. Всем добрый вечер. Мне действительно тоже, как и Ксению, очень приятно, что ты пригласила меня в студию поговорить о женском предпринимательстве, вообще о женщинах в предпринимательстве. Немножко, да, я хотела бы так чуть-чуть рассказать о себе и о своем, наверное, жизненном пути. Я закончила Киевский экономический университет.
раньше он был Институт народного хозяйства, инженерно-экономический факультет, и я училась на вечернем факультете, и интересно, что вроде бы это инженерная специальность, мы учили программирование, тем не менее из 20 человек, которые были у нас в группе, 15 это были девушки. Да, такой вот у меня был, наверное, начало моего жизненного пути. В школе у меня было 50 на 50, то есть и мальчики, и девочки. Потом я работала в программированием, занималась. Я работала на вычислительном центре, на заводе, который тогда выпускал военную технику, но и занимался электроприборами. И интересно, что в команде тоже в основном были как раз женщины. На разных позициях, и руководящих, и там, и менее руководящих. Потом работала на вычислительном центре в областной больнице, там была такая же история. Да, директором вычислительного центра был мужчина. Потом я работала больше 10 лет в корпорациях, в телекоммуникациях, в разных, и в Утеле, и в Укртелекоме, и в Киевстаре. И на самом деле, вот я сегодня шла и думала о том, что я, честно, никогда не сталкивалась с каким-то давлением, не знаю, или с какими-то там преградами с точки зрения того, что я женщина и там не могу занимать определенную позицию. В Киевстаре я занимала позицию директора департамента по работе с малым и средним бизнесом. То есть, в общем, не совсем маленькая позиция, да, там. Вот, поэтому, не знаю, у меня на моем жизненном пути действительно были женщины и руководители, и мужчины. Это действительно разные стили управления, вот, и там есть свои плюсы, там, может быть, и минусы. Вот, и сейчас, да, я руковожу компанией Radar Tech, это инновационная компания, которая была создана в 2016 году как первый корпоративный акселератор в Украине. Я запущу небольшой слайдик. Команда действительно, видно, да, мой экран? Переключим сразу. Команда действительно у нас женская, так получилось, то есть это тоже без всяких там предвзятостей. В одном из наших программ, которые мы реализовывали, у нас был мужчина в команде, он больше, наверное, IT-программист, и вот, и в конце концов он ушел все-таки в IT-компанию. Я думаю, что специфика работы акселератора в том, что кроме того, что мы как мостик между корпорациями и стартапами, мы учим друг друга говорить на одном языке, под задачи корпорации мы ищем решения, тем не менее в своих программах мы даем обучение, обучающую часть для стартапов, это и проверка гипотез, вот сегодня спрашивали, да, Ксению, там, это и профиль клиента, это менторство. И я бы сказала, что когда мы проводим менторские встречи, мы всегда даем профиль про ментора, чтобы стартап, идя на встречу, понимал, чем этот ментор может ему действительно помочь или на какие вопросы он может ответить. Вот такое обучение мы проводим в наших программах. И интересно, что с нашей стороны это женская команда. Со стороны корпораций, те, кто внедряют инновации, это, как правило, мужчины. То есть там менеджеры по инновации, директора департамента по инновациям. Это как раз такой мужской состав. И можно сказать, что мы, как женская команда, да, помогаем мужчинам внедрять инновации в корпорациях. За 5 лет мы провели 9 таких больших программ в направлении корпоративных инноваций. Это 6 акселерационных программ в разных индустриях. Это energy, это финтех, это телеком, это агро. Мы реализовали там хакатон для сотрудников в ритейл-сети. Мы в прошлом году искали решение для Запорожсталь, то есть это такая металлургия, отрасль. И
очень такой специфический был кейс, и да, действительно, когда мы уже договорились с Запорожсталь об этом поиске, то главный наш заказчик вначале немножко скептически, скорее всего, относился, потому что мне так кажется, это мое субъективное мнение, что женская команда, и как они будут искать решение в металлургии. Тем не менее, мы съездили на экскурсию, мы посмотрели на производство, мы инициировали эту экскурсию, нас с удовольствием приняли, и да, мы нашли решение. То есть это говорит о том, что независимо от того, какого ты пола, женского, мужского, ты можешь реализовывать программы. По нашей статистике у нас 61 команда, стартап, это выпускники наших акселерационных программ на сейчас. И из этих 61 команды, 9 команд это было, где как раз женщины были основателями стартапов, там, успешно реализуют эти стартапы и сейчас. И вот 21% это вот там 61 стартап наши выпускники. Программу мы разрешаем, чтобы от команды проходило там плюс-минус 3 человека, поэтому если там 60 умножить на 3, можно сказать, что 180 человек прошло наши программы, именно обучающую часть акселерационной программы. И вот 21% из этих 180 это были как раз женщины. То есть, там, не знаю, отвечая на вопрос, были ли у нас какие-то преграды, нет, я не вижу никаких преград. Я считаю, что если ты хочешь развивать и развивать свой бизнес, то есть все возможности. По поводу презентации, да, понятно, что на сцене в основном выступают мужчины, потому что это технологические стартапы, и почему-то, наверное, есть еще, там, может, с Советского Союза или с тех времен, и идет такое в том, что технология – это больше про мужчин, а не про женщин. Тем не менее, мир идет вперед, все меняется, и действительно появляется очень много программ поддержки как раз женщин-предпринимательниц. Кроме там акселераторов, инкубаторов, вот там Ксения их упоминала, есть еще там разные тренинговые программы, есть платформы, и я могу об этом рассказать. Да. Пожалуйста. Да, это было как раз очень интересно. Очень интересно, да? Но мы здесь сделали слайдик, с которым мы поделимся со всеми участницами и участниками. Да, вот мы сделали маленькую подборку, что есть. Я думаю, что программ на самом деле еще больше. Если вот QR-код справа, сразу говорю, если на него навести, вы попадете на Excel-овскую табличку, где есть чуть больше описания про эти программы и есть ссылки на сайты этих программ. То есть мы сделали так, чтобы вам было комфортно сразу, может, даже принять участие в какой-то из программы. Я бы рассказала, наверное, начала все-таки с Mompreneurs. Это программа поддержки женщин, развитие предпринимательских навыков у женщин, которые сидят в декрете, потому что все мы знаем, что, к сожалению, пока что действительно есть такой стереотип о том, что когда женщина сидит в декрете, она теряет свою, не знаю, заряд и смекалку, и ей, с одной стороны, не всегда комфортно выйти там, потом в большую корпорацию, ну вот, потому что какой-то период времени она сидела дома. С другой стороны, это женщина, я сама мама двоих детей, и знаю, что ты все равно находишься в достаточно активной форме. Вот, и вот есть такая инициатива, которая поддерживает как раз женщин в декрете. Это обучающая инициатива, она была реализована в Эстонии и Латвии, и я знаю, что планируется ее запуск и в Украине. Mm-hmm. Есть программа ЕБРР «Женщины в бизнесе». Программа тоже, конечно, развитие женского предпринимательства. Тут, кроме того, что проводят обучающие, там, менторские встречи, есть еще дай получить инвестиции. И эта программа международная, она действует в разных странах. Вот Армения, Грузия, Белоруссия, Молдова и
Украина. She Experts – это платформа, на которой ее цель больше для такого связи, нетворкинга, где ты можешь найти себе партнершу по там, бизнесу или делиться тоже опытом. И эта вот платформа, она действует с 2017 года. Я на ней как раз тоже зарегистрирована. Вот есть инициатива, которая запущена у Укрсибанка, который входит в международную группу BNP Paribas. Это женщины в бизнесе. Бесплатные курсы, бесплатные. Я вот выписала, какие у них есть темы. Это как создать команду, управление компанией, как масштабировать бизнес в реалиях, интернет-маркетинг. И еще есть у них такая тема, как вечная дилемма развития бизнеса или баланс, и как это балансировать с личной жизнью. То есть там можно просто подать заявку, зарегистрироваться и получить доступ к бесплатным онлайн-курсам. Есть программа, которая поддерживается визой, это She is Next. Вот. Это тоже программа, она больше нацелена на развитие, да, там разные есть ресурсы на английском, украинском языках, вот, и сейчас она больше, наверное, более актуальной Азии. Есть анонс, он не представлен здесь на этом сайте, на этом слайде, но чат STEM и N-инкубатор, они как раз сейчас проводят прием заявок, и 11 июня этого года, то есть совсем скоро, у них, они будут проводить день, поэтому если среди сегодняшних участников есть женщины, предпринимательницы, и чтобы об их решении, об их бизнесе узнали, плюс они сразу получают обратную связь на таком питч-дне, то вы можете подаваться в эту программу. Действующие такие, активных сейчас тоже программы. И программа Erasmus для предпринимателей. RadarTech является локатором этой программы в Украине. Это программа Евросоюза. Поэтому у нас чуть-чуть больше этого слайда, потому что программа рассчитана на 2 года. В консорциум входят такие страны, как Италия, Испания, Греция, Румыния, Нидерланды. Это как есть Erasmus для студентов. То есть это обмен как раз предпринимательским опытом. И в зависимости от того, какой у вас опыт, нет у вас опыта работы в предпринимательстве, вы можете или поехать в другую страну на, можно сказать, стажировку, или наоборот быть хостом и принять здесь в Украине предпринимателя. Сейчас вот идет активный сбор заявок в эту программу. Есть уже несколько человек, которые сейчас проходят процедуру, к сожалению, да, сейчас нельзя просто поехать в Европу, поэтому нужно пройти процедуру получения визы, но мы помогаем в этом, то есть за все платим. Вот. Вот есть слайдик о том, вот Оксана Шаманова, она как раз молодая украинская предпринимательница, которая уже ездила по этой программе в Испании. Она была, она хочет запускает такую международную обучающую хаб, формальное образование, и вот ездила на стажировку и смотрела, как с этим работают в Испании. И есть Анастасия Кучина, она уже сейчас будет проходить второй. Вот. То есть она ездит и смотрит, как развивать бизнес, как открывать бизнес, и потом собирается купить свою мечту и открыть такой проект в отрасли
путешествий. То есть на самом деле эта программа там, под технологический бизнес, любой бизнес, технологический, нетехнологический, можно принять участие в этой программе. На этом QR-коде, если перейти, то можно подписаться на страничку Radar Tech. Мы просто на своей странице в Фейсбуке публикуем анонс и наших партнеров, и то, что касается там, чисто женского предпринимательства, и, в принципе, акселераторов, инкубаторов, и всех программ. Поэтому я там рекомендую подписаться на эту страницу, и вы будете тогда в курсе всех программ. Угу. Наверное, есть вопросы, то с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо. Да, так, да, тогда, если у вас есть вопросы к Марии, пожалуйста, пишите их в чат. У нас есть 10 минут на то, чтобы на них ответить. Вот. У меня вопрос по последней программе, вот, которая поддана предпринимателями. Нужно уже иметь бизнес для того, чтобы податься, или можно иметь, скажем так, идею? Я так поняла, что вот Анастасия Кучина, она еще только идею имеет, то есть еще не оформлена как предприниматель, правильно? Да, да, можно иметь идею. Поэтому программа называется «Erasmus для молодых предпринимателей». Mm-hmm. Вот. В заявке, которая подается, можно указать цель, да, бизнеса. Вам хочется, ну если вы, да, если у вас только идея, то понятно, это вы едете наоборот на обмен куда-то на стажировку, mm-hmm. и вам помогут подобрать хоста, который будет принимать. Точно так же можно найти вот в странах, которые входят в консорциум хоста, и тоже это указать в заявке, и если mm-hmm. звезды срастутся, вот, то вы поедете именно к нему. А что предполагает собой именно вот, какие функции у хоста-интерпренера, который принимает к себе стажера? То есть он должен учить или менторить, или что он должен? Ну, на самом деле делиться больше опытом, да, это как, наверное, не обучение, а больше менторство, я бы так это сказала, потому что, например, вот у Анастасии, да, она ездила первый раз по программе, и этот ее поездку признали не, потому что действительно хост использовал как просто рабочую силу, ну, бесплатная рабочая сила, да. Вот, и да, такое, да, поэтому тут в программе те, кто координатор этого проекта, они проверяют хостов, потому mm-hmm. что основная задача хоста – это делиться. Понятно, ты можешь давать задания, естественно, потому что, ну, как студент на стажировке, но это должна быть там релевантный обмен в плане, mm-hmm. который… Есть вопрос в чате, как помогают найти хоста? Ну, вы заполняете заявку, вот, и так как Radar в консорциум других стран, мы общаемся с другими странами, они точно так же рассказывают про эту программу в своих странах, и те, кто хосты, тоже заявку, что вот я хост, и я хочу принять к себе из любой страны, вот, mm-hmm. вот таким образом. А что он себе получает, кроме того, что вот, реализацию себя как ментора, ну, я не знаю, Евросоюз им платит, или это... Да, ну, это там, он не тратится ни на проживание, ни на перелеты, mm. там, ни на питание. Это все платит Евросоюз как раз тому предпринимателю, который расходы. Ясно. Поэтому тут, ну, больше на самом деле я бы сказала, что для хоста это действительно, ну, приезжает к хосту человек из другой страны, это все равно обмены для него тоже, да, он чему-то все равно учится, mm-hmm. вот. Но больше я бы сказала, что да, это возможность получить человека, которому ты можешь рассказать про свой опыт, чему-то поучиться, mm-hmm. что-то сделает. Круто. Вот.
Спасибо, Александр. Счастливо вам с вашими вечерними митингами. У кого еще есть вопросы к Марии, пожалуйста, пишите их в чат, и мы сможем вам ответить оперативно, скажем так. Вот. А, кстати, по поводу еще дополнительных возможностей менторства, вот Ксения говорила, что самым главным, что она хотела бы, да, для себя, это найти вовремя классного ментора в начале пути. Я знаю, что вы проводите еще с Леной Калибабой эти встречи с менторами. Расскажи, может быть, чуть-чуть еще об этой возможности. Да, спасибо. Действительно, ну, Алена Калибаба, она, у нее как раз есть еще акселератор социального предприятия. Вот, это тоже тот же опыт, что женщина стоит во главе, вот, как и основатель, там два основателя, все женщины. По поводу экспертной, называется швидка экспертная допомога, это инициатива, когда человек из любого бизнеса, я просто, наверное, на этом акцентирую внимание, потому что, когда говорят слово «акселератор», всем кажется, что это только технологический бизнес, и, в общем-то, больше там нету никаких возможностей. Вот. На самом деле, вот швидка «Экспертная допомога» — это инициатива для любого вида бизнеса, когда у вас есть три пообщаться с экспертом в своей отрасли, вам дается список экспертов. Вы, как я говорю, на самом деле, когда вы идете, это рекомендация, наверное, как в продаже, идете или записываетесь, вам нужно все-таки немножко узнать про этого человека, чем он может быть вам полезен и что он там, и какие вопросы ему можно задать. Вот, такая инициатива проводится часопосом два раза, по-моему, два раза в месяц или раз в месяц они ее проводят. Вот, когда начался карантин, раньше это был офлайн, когда начался карантин, перешли в онлайн и стали более доступны, наверное, для всех. То есть, да, это действительно вот то, что ответ, наверное. Если у вас есть идея и уже появляются вопросы, то да, лучше идти к менторам. Во-первых, можно таким образом свою идею и действительно понять, насколько она релевантна, потому что можно потратить кучу времени, а потом окажется, что это никому не надо, и это будет... Вот. А мы все всегда верим в свое, в свои идеи, нам кажется, что это самое лучшее. Вот. Поэтому на таких встречах, да, можно действительно уже получить ответ на вопросы, и не только на первые. Однозначно, и даже в процессе пути. И в процессе пути, да. Поэтому, ну, поэтому мы вот в акселераторе, на самом деле, в программе делаем такие тоже менторские встречи, и вот, и даем возможность и обучение, там, и тестирование своего решения на ресурсах. Плюс как команда принимает участие в разных менторских программах, встречах, на хакатонах, вот. Поэтому Я уже даже успела сосканировать QR-код, посмотреть табличку. Это вот мега подборка ресурсов. Спасибо огромное за то, что вы его подготовили. Да? То есть, я думаю, нашим участникам будет достаточно полезно промониторить все то, что у нас есть и в Украине, и за рубежом. Вот такие есть возможности, поэтому спасибо огромное. Да, если пользуйтесь. Если есть вопросы еще, у вас есть еще там условно 5 минут, чтобы их задать. Если нету, то мы поблагодарим Марию и будем приглашать к нам нашу следующую спикера. Да, спасибо, Олеся. Единственное, у меня комментарий, может быть, там не все программы, поэтому... Я думаю, что кто ищет, тот найдет, если нужно, да? Да, я даже подумала, что, в принципе, если кто-то написать, мы можем добавить в эту таблицу. У меня есть идея, можно добавить акселерационные программы, которые проводит вот, украинский хаб, в которых вы участвовали тоже менторами, и я смотрю, что среди наших участников даже есть наши первые выпускники и даже победители, которые получили грант от американского фонда «Сердия в Глобал» на нашей первой программе, которая была как раз заточена под женщин, женщин-предпринимателей.
Вот, мы добавим тоже и эту возможность. Вы всегда имеете, ну, скажем так, возможность попасть, да, в приотбор и получить возможность питчить перед комиссией, перед инвесторами со всего мира, которые по итогу выберут троих лучших победителей, которые получат финансирование в виде гранта от нашего фонда партнера. Mm-hmm. Вот. Мы всегда благодарны нашим менторам, которые присоединяются и готовы делиться своей экспертизой. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы готовы, скажем так, и да, открыты и делиться этой информацией. Спасибо вам большое. Вот, на этом, я думаю, да, мы снова просим не уходить до конца ивента, да, может быть, у людей появятся еще вопросы, которые конкретно будут направлены Маше, то, пожалуйста, пишите их в чат, да, если вы пишете вопрос, адресуйте его конкретному спикеру. Да, спасибо большое. Спасибо. Вот, и я буду приглашать сейчас к нам нашу наступную спикерку. Привет, Мария, дуже рада була бачити в моєму обличчі. Ми дуже раді, що ви знайшли час і можливість до нас долучитися. Я презентую вас учасникам. Будь ласка, вітайте, заступниця керівника програми Агенції США з міжнародного розвитку, конкретно спроможна економіка України, Олеся Залузька сьогодні з нами. І вона розкаже нам спочатку, мабуть, як усі наші попередні спікерки, про свій шлях, так? Про те, наскільки зараз можливо жінці в Україні знайти собі, скажімо, розвиток, та, і долучитися до міжнародної агенції. І що таке є бути лідеркою в Україні для вас? І, може, чи бували у вас якісь перешкоди на шляху, які були пов'язані саме з тим, що ви є жінка? Будь ласка. Олесь, дякую. Насправді перший раз буду розповідати про те, що ти попросила розповісти. Ексклюзив. Я за освітою юрист і більше 10 років працювала в корпоративному секторі. Десь в 10-х роках, напевно, 2010 рік, доля, скажімо, занесла мене на державну службу перший раз. І це було Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами. І це був, напевно, перший досвід, де те, що ти жінка, і те, що це було, напевно, 2010 рік, тобто воно все ж таки відчувалося, особливо на державній службі. В принципі, переважна більшість були чоловіки, особливо на керівних посадах. І вже забігаючи наперед, можу сказати, що ситуація, наприклад, після Майдану дуже сильно змінилася. Те, що, наприклад, я вже побачила під час другого свого заходу на державну службу, вже в 2016 році, коли ми в Мінекономіці займалися торговельною агресією Російської Федерації, займалися потім вже експортною стратегією України, тобто ситуація була вже кардинально інша, було багато молоді, було багато жінок, молодих жінок, що також накладає певні свої особливості. І в департаменті, в якому я очолювала, ми, здається, набрали більше, коли за час, коли ми прийшли, було більше вже жінок, ніж чоловіків, тому тут треба теж якби не переборщити, тому що це ми всі прекрасно знаємо, та що навіть там стартап екосистемі вважається, що чим більш диверсифікована команда, тим краще вийде продукт. Та тому я насправді теж прихильник того, щоб не переборщити. Після того, як ми розробили експертну стратегію, я кажу ми, тому що це не була моя, хоча я і керувала цим процесом як навігатор тоді експертної стратегії, це була робота величезної кількості команд, тому що була окрема команда в міністерстві, яка цим займалась, окрема команда, яка була нанята донорами, якою я керувала, команди в різних міністерствах також підключалися.
Тому тут тому то я тут і буду говорити, що це була навіть не одна команда, а команда команд. І насправді це моє таке життєве кредо, девіз, ніхто не робить нічого сам. І те, що казала Ксенія, да, про те, що шукаєте команду. І від команди залежить все. Тобто, які би в тебе не були геніальні ідеї, там, або яким би ти не був сам геніальний, ти не зможеш ніколи впровадити це сам. Тому тут кор, оця от успіх полягає в тому, щоб знайти правильних однодумців, правильну команду професіоналів. Ти ніколи не вивчиш сам всього, що потрібно знати для того, щоб досягти успіху. Після цього другого заходу на державну службу я вже приєдналася до команди, вже програму Американської агенції розвитку конкурентноспроможної економіки України. Це було 2 роки тому, трошечки більше 2 років тому. І за 2 роки ми насправді зробили дуже багато. Я вже, знаєш, коли проходить 2 роки, і коли ти можеш вже говорити з результатами, це набагато приємніше, ніж коли все тільки в планах. Я просто згадую свої там презентації 2 роки тому і зараз. Тому наша програма допомагає розвиватися стартапам, підприємцям, підприємницям в різних секторах. Ми завжди говоримо, що ми підтримуємо від ідеї до експорту. Тобто, насправді, програм є дуже багато, і на етапі ідеї можна, наприклад, скористатися інкубаторами ЄП, які проводять свої батчі і для університетських команд, але туди можуть приєднатися і не тільки студенти. Так само в минулому році з командою ЄП і з Мінцифрою вдалося запустити інноваційний курс в університетах. Там близько 60 університетів приєдналися до цієї ініціативи, і нещодавно Міносвіти зробило цей курс офіційним. Тобто багато хто з студентів, наприклад, взагалі казали, що це був найкращий курс, який вони там прослухали за цей рік. Ну, важко уявити в наших університетах, так, курс, де туди приводять приклади стартапів, запрошують туди засновників, які розказують про те, як вони дійшли до того рівня, де вони є, що їм допомогло, які є практичні інструменти. Хоча насправді в американських вузах це абсолютно звичайна практика, тобто нічого, це абсолютно нормальний шлях викладання. От. Тому я дуже сподіваюся, що ми будемо приділяти більшу увагу освіті, оскільки саме завдяки освіті ми можемо найбільше нівелювати оцю різницю жінка, чоловік з маленького міста, з села, з великого. Тобто, тому що все це за рахунок освіти можна дуже сильно поправити. І ми бачимо жінок-підприємець, які з різних куточків України. В нашій програмі для жінок-підприємець, це на початку тренінгова програма була 5-денна і вона була офлайн. Під час пандемії ми трансформували це в 3 дні онлайн. І ці кемпи, ці навіть тепер онлайн 3-денні програми навчання, протягом яких жінки-підприємці можуть поспілкуватися зі спікерами, почути про фінансові аспекти, про маркетингові стратегії, про те, як просувати свій продукт через соціальні мережі. Поспілкуватися, знову ж таки, ми на ці програми запрошуємо діючих, вже успішних підприємець або підприємець, які є нашими випускниками там з першого року діяльності програми. І ми бачимо, наскільки міняється їхнє майндсет і їхнє ставлення до того, що вони можуть, що вони не можуть, що вони можуть зробити самі, а що потрібно делегувати. Тут дуже часто є оця якраз проблема. Я жінка-підприємець, дуже часто вона і директор, і бухгалтер, і HR, і тобто вона суміщає в собі, ну ми так звикли, да? ми і вдома, і там, ми все зможемо. Але насправді перший шлях трансформації – це коли
жінка-підприємець визнає, що їй потрібні помічники, що їй потрібна команда, і в команді потрібно делегувати, і тільки тоді бізнес буде розвиватися з якоюсь стратегією, коли вона зніме з себе та, оці всі і закупку, і стратегію, і промоцію. І в нас є багато прикладів, тобто жінок, які не з технологічних бізнесів. Наприклад, Марченко, є така пекарня в Києві, і власниця цієї, Софія, власниця цієї пекарні, прибігала на кемпи, і в один день вона каже, я не можу прийти, мені нема з ким дитину залишити. Вона каже, бери з собою. Тому тут дуже важливо не боятися, не замикатися і шукати відповіді, шукати допомоги і просити про цю допомогу. Тому що дуже часто ми, знову ж таки, це наш такий, знаєш, ті, хто ще з радянських часів, це от та... не знаю, ну і нічого, що не знаю, ну якось там буде, якось справлюся. В теперішньому світі багато інформації є онлайн, багато інформації можна запитати. Про менторів знову ж таки згадували. На оцих всіх акселераційних програмах, і що Марія згадувала, у нас в програмі є і у бізнес-інкубатори. Так само можна знайти собі хороших менторів. Хороших менторів можна знайти навіть в LinkedIn. Давайте будемо дуже... якби відкритими, да? Тому що якщо гарно пошукати, то є дуже багато людей, достойних експертів, які мають відкритий статус менторства в LinkedIn, яким можна задати запитання і отримати принаймні напрямок. Тому що дуже часто потрібно навіть не глибинне, а вектор. Не для тебе. Тому можна навіть пробувати робити це в LinkedIn. У мене, наприклад, відкритий статус, і в пандемію всіх з'явилося більше часу, всі ще більше в онлайні, всі ще більше реагують, тому це насправді якби вікно можливості, менше подорожей – це погано, але більше часу на спілкування. В нас в програмі також дуже поширений такий інструмент, як торгові місії. Ви про них знали, чули, можливо, ми робили одну з наших таких флагманських місій на стартап в Каліфорнію в 2020 році з Мінцифрою. 15 українських стартапів спільно з Українським фондом стартапів. Як правило, в наших всіх активностях ми співфінансуємо 50% в таких от, наприклад, в торгових місіях. Тобто від стартапа також необхідне співфінансування. Це не є повністю покриття 100% витрат. Крім того, треба пройти відбір і якби відповідати критеріям тої виставки чи тої конференції, на яку ми збираємо делегацію. Знову ж таки, можу трішечки привідкрити такий анонс зробити. Планується делегація на Експо 2020, я не знаю, вона вже 20, ну, це так і залишилось 2020 в Дубаї, в Еміратах, але воно просто переносилося. Тому, в принципі, в планах є повести туди делегацію, ми також будемо збирати стартапи, будемо їх відбирати по певним критеріям. Тому слідкуйте і обов'язково можна буде скористатися цією можливістю. Крім того, грантова програма для торгових місій вона відкрита до кінця вересня. Кластери або осередки, або групи компаній, групи стартапів можуть подаватися на цю програму. Як виглядає, ви заповнюєте аплікаційну форму, доводите, що у вас є спроможність організуватися, є спроможність співфінансувати це. Вказуєте, яку суму співфінансування ви очікуєте від нас, ми розглядаємо заявку, і в принципі це також реально, так була організована місія в Великобританію, в Лісабон Веб Саміт, в Ізраїль, тобто є дуже багато прикладів, і коли неможливо було проводити офлайн, то ми ці місії трансформували в онлайн. І так, наприклад, відбулася місія в Нідерланди. Це був сектор харчової промисловості, але тим не менше це просто про формат, що це все можна робити навіть зараз, коли, в принципі, кордони закриті.
Хоча, знову ж таки, Дубай і Емірати проводили GlobalFood вже офлайн в лютому місяці, тому треба просто слідкувати, тримати руку на пульсі. Так. А де буде оголошення про відбір? На якому ресурсі? У вас на Фейсбуку чи на сайті? Дивіться, там в нас немає сайту, тому треба слідкувати за нашою сторінкою в Фейсбуці або підписатися на наш ньюзлеттер. Ми поділимося з вами нашою стандартною презентацією, слайдами, і на них є імейл, на який можна підписатися на наш ньюзлеттер. Крім того, Український стартап-фонд, який наш партнер, і Мінцифра, і Мінекономіки обов'язково теж будуть оголошувати. Добре. Просто треба слідкувати. Для жінок і стартапів у нас також були прямі, прямі грантові програми. Зараз немає відкритих полів, як таких ми не приймаємо зараз аплікації, тому що ми відібрали на кожній з цих програм по 20 підприємців і підприємств, і зараз ми імплементуємо ці програми. Це також займає час, тому якби з грантами поки що відкритих програм немає. Ще є така можливість, наприклад, як експертний IT-експертний альянс. Це така програма, знову ж таки, нова. Це не є торгова місія класична, це не є кластерна діяльність або діяльність асоціації. До цієї програми насправді буде онлайн торгова місія в скандинавські країни і в Німеччину в осені, і до неї IT-компанії також можуть приєднатися. Наразі вже є 21 IT-компанія, можна до нас про це написати, і ми зробимо redirection або introduction в експертний альянс. Сьогодні розпочався останній жіночий кемп. Ми проводимо зараз дослідження по жіночому підприємництву, плануємо в червні його презентувати. 2 роки тому я теж говорила такою риторикою, як Марія, що в мене особисто major problems не було, були майнер там з різними таким булінгом, чи це вже вища освіта, чи там ще інші. Або діточка, да, на цьому, на аерокластері мені один раз великий директор харківського підприємства сказав. Тому якби це поширено. Досліджую. І ми проводячи там на спеціальну групу для того, щоб показати, що тема не надумана, проблем насправді багато вдома і на роботі. І треба просто це визнавати, і це говорити, і крок за кроком долати ці проблеми. Жінкам дійсно кредити. І тому якби треба міняти цей стереотип, і це взагалі в першу чергу міняти самим жінкам, підприємцям, але тут не тільки проблема, я не буду казати, що проблема тільки в нас, так. Тому, як ми там себе сприймаємо, чи є. Проблема є, і особливо, я думаю, що в технологічній сфері вона сильно присутня, але в традиційних секторах, там, машинобудування, це все дуже, дуже поширені явища. От. Тому, якщо є запитання, я готова відповісти. Може, я щось забула, а ти, що ми це робимо. То теж підкажи мені. Ти не знаєш про це, але я забула. Я скажу, ми готуємо з новоствореною агенцією розвитку підприємництва і експорту. В найближчий час буде анонс. Дуже класну програму. Це вам такий спойлер, щоб ви були готові і слідкували, тому що там насправді близько 100 підприємців зможуть скористуватися цими кредитами, цими безоплатними консультаціями. Це буде можливість скористатися безкоштовною платформою On Frontiers. Це така дуже широка платформа з іноземними консультантами. Тобто там можна буде задати питання дуже вузькоспеціалізованим консультантам. Наприклад, як попасти в якісь дистриб'юційні мережі американські або європейські, або
тобто такі дуже-дуже спеціалізовані питання експертам, яких насправді не так багато доступу в нас на українському ринку. І якщо вони є там в менторському плані, то купити їхню консультацію – це достатньо дорого. Потрібно буде теж зареєструватися, і лише 100 підприємців отримають доступ до консультації. Отримають безкоштовний доступ. Потім можна буде купувати собі ці консультації, вони також будуть повною вартістю. Перший оцей пілотний проект буде профінансований нами, тому це буде безкоштовно для тих, хто відповідатиме знову ж таки критеріям, тобто зареєстровані. Я розумію. Так, це теж інколи для стартапів досить такий челендж правильно сформулювати питання. От. Є такі, але можна запитати допомогу. Для стартапів, коли я говорю зареєстровані, підказка, реєстрація ФОПа також і нами, і, наприклад, Українським фондом стартапів абсолютно сприймається в українському контексті. Юридична особа – це є юридична особа. Обов'язково юридична особа, може бути приватний підприємець. Приватний підприємець, так. Дуже дякую за таку чудову доповідь. Я пам'ятаю, що навіть 2 роки тому, коли тільки розпочиналася програма «Конкурентоспроможна економіка України», дуже багато людей почали подавати свої заявки, і навіть серед моїх знайомих є ті, що отримали позитивну відповідь. Тому дякуємо вам за такий чудовий, скажімо так, позитивний посил, да, що ви створюєте можливості, які є в Україні. Раніше, там навіть, я не знаю, 5-10 років тому треба було писати в агенцію з міжнародного розвитку туди, в Штати, і це було досить складно. Зараз це вже простіше, і дуже дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ви робите для українських підприємців і для жінок загалом. Я знаю, скільки ви провели жіночих кемпів? 5? Вже 13. 13. І у нас, я так вже, розумію, у нас вже 319 випускників. О, що це вже так, це вже в сотнях випускників. В сотнях випускників. Вони між собою роблять колаборації. Це дуже приємно спостерігати, коли там випускниця робить вітамінну коробку, наприклад, зелені, і додає туди і мед іншої нашої випускниці, і пастилу. І це все, це дуже позитивно, коли вони між собою. Ми створюємо як таке ком'юніті, і вони можуть між собою також спілкуватися, ділитися досвідом. Круто. Дякую дуже. Чи є у вас питання до Олесі? Будь ласка, пишіть у чат, тому що я дивлюся, є питання від Оксани Прохорової, але не написано до кого. Оксана, ви ще на зв'язку? Скажіть, будь ласка, до якого експерта питання? Поки ми чекаємо питання, Олеся, хочу тобі ще сказати з приводу менторства. Ми багато спілкуємося з нашими випускниками і ЄО бізнес-інкубатора, і ЄП програм, і інших. І вони дуже часто кажуть, що навіть в межах самої одної програми в різних менторів можуть бути різні думки на одне і те саме запитання. Тому тут треба не сприймати думку ментора як догму і завжди все одно до неї ставитись критично, бо тільки ви розумієте найкраще свій продукт. Тому тут це такий маленький також момент. Звичайно, ментор може рекомендувати, але дійсно це не може бути просто істина в останній інстанції. Питання Оксани все-таки до Олесі. Добрий день. Город Херсон займається переробкою біомаси в топливний брикет. І хочу запустити ще одне направлення – переробку біомаси в органічне удобрення. Які методи і інструменти дослідження ринку ви посоветуєте? Я не спеціаліст ні з біомаси, ні з добрив, тому посоветую знайти експерта,
І як варіант, до речі, можна звернутися, є наша програма. Наша програма, це я маю на увазі, програма, яка також фінансується USAID і імплементується компанією Chemonix американською, називається Agro. Я також зможу дати ссылку на цю програму. Вони займаються розвитком агросектору в Україні, і я думаю, що через них можна пошукати відповідь, пошукати експерта, який зможе дати відповідь на це запитання. Або, знову ж таки, почекати доступ до цієї платформи, яка буде на консультаційної платформи, і пошукати експерта там. Угу. Тому що це дуже специфічне питання. Специфічне, звісно. І я думаю, що зараз я можу підключити ще Марію і Ксенію. І я думаю, що якраз у швидкій експертній допомозі можна знайти собі ментора, який спеціалізується і на аналізу ринку, і на агросекторі або на секторі переробки біомаси у тому числі. Так. Да, знаєте, я б сказала по поводу цього вопроса, які методи и инструменты для исследования. Тут вопрос, что хочется исследовать. Вот. Это когда будете искать эксперта, то нужно все-таки сформулировать более точно вопрос. Это в поддержку того, что вот Олеся рассказывала по поводу заявок, как их заполняют. И действительно, это иногда бывает челленджем для тех, кто подается в программы. Вот. У нас там есть опыт, когда заявки, которые подаются в акселератор, там человек пишет, потом покажу. Ну, то есть, не знаю, на что рассчитывается. Вот. А есть действительно те, которые очень хорошо их заполняют, и понятно, у них больше шанса вот, пройти дальше. Так, хорошо. Какие у нас есть еще вопросы? Катерина. Да, будь ласка. Да, я просто с таким огромным удовольствием послушала презентации Олеси и Марии. Вот честно, я знала, что сейчас очень много возможностей, но то, что вы их собрали и просто, так сказать, на блюдечке принесли, просто действительно, кто хочет действовать, ищет возможности, а кто не хочет, ищет причины. А здесь не просто искать их нужно, вам уже их на блюдечке принесли. Я просто завидую начинающим предпринимателям сейчас, что у них есть столько возможностей, которые для них уже собрали, так сказать, даже таблицу сделали. Ну, для меня это просто... Спасибо. Мы в таблицу добавим вот то, что Олеся рассказывала, можем добавить, и будет еще более полное. Я думаю, что Олеся поделится с нами своей презентацией, мы ее просто отправим всем, кто зарегистрировался на ивент, но в силу каких-то причин не дошел. Вот. Это такое вот, с одной стороны, преимущество онлайна, что можно подключиться из любой точки, с другой стороны, это иногда бывает не на часе. Когда ты уже ногами куда-то пришел, то однозначно ты участвуешь. А когда зарегистрировался и думаешь, что ты посмотришь потом, да, мы постараемся всю запись, да, сегодняшнего диалога и беседы отправить, и презентации спикеров тоже постараемся все переслать, да, поэтому вот. Катерина, спасибо вам большое, нашла посылание на программу USAID Agro для Оксаны, я так понимаю, вот, и сбросила ее нам в чат. Катерина, спасибо большое. Вот, и линки на Facebook-сторинку мы тоже пришлем. Вот, у кого есть еще вопросы к экспертам, у вас есть еще минимум 10 минут на то, чтобы их задать. Вот, если нету, то, ну, в любом случае, как бы будьте с нами на связи и подпишитесь на все рекомендованные страницы, на страницу и Радар ТЕК акселератора, и на страницу программы «Конкурентно-спроможная экономика Украины».
где часто бывают программы не только для IT-сектора, а для любого как бы сектора бизнеса в Украине. Вы можете получить не только консультации, а и финансирование своего проекта. Я так понимаю, что будут новые программы, да, в какой-то период времени анонсированы. Поэтому важно следить за тем, что происходит, и действительно брать, да, возможности, которые есть на поверхности. Вот, на данный момент. Я знаю, что и RadarTech тоже делает периодически, да, какие-то анонсы для развития бизнеса, стартапов, предпринимателей, в том числе и обучающие программы. Вот. А вопрос, кстати, к Олесе. И сейчас идет какая-то программа ЕП, да, которая поддерживается, или она уже закончилась, я так понимаю, для студентов? Для студентів, ну, з нового навчального року просто буде можливість вибрати собі цей курс. Він називається «Інноваційний менеджмент та управління стартапами», здається, якось так. І будуть нові набори, нові батчі. Тобто вони літом немає наборів, наскільки я знаю, хоча треба, ми уточнимо. Але є бізнес-інкубатор, набирає до 5 липня зараз новий набір. От, і насправді дуже варто скористатися цією можливістю. І зараз, якщо зараз ж можна податися в український фонд стартапів і отримати підтримку на участь в фінансування на участь в акселераторах. Да. Слово там було. От. І дуже часто дуже багато випускників і у бізнес-інкубатора. Хтось знайшов фінансування, хтось знайшов менторів, хтось знайшов партнерів. Тобто відгуки надзвичайно хороші. Хоч і багато хто чесно кажуть, що присвятити цілою командою стільки часу, скільки вимагається умовами програми, дуже важко. Тому насправді дуже багато, там десь 30% виключають, якщо тільки команда не приходить на якісь, ну, не з'являються на якісь заняття. Але вони, це також дуже, знаєш, Олесь, маленький коментар, дуже все залежить від розвитку, інструмент від розвитку, рівня розвитку стартапу або бізнесу. Це надзвичайно важливо. Тому що можна попасти в якийсь акселератор, ще будучи не готовим, і це буде просто waste of time. І тут дуже важливо поспілкуватися з тими, хто вже випустився з graduate з цього стартапу. Поспілкуватися там з тими, хто його запускає, позадавати питання. Нам треба дуже сильно навчитися задавати питання. Може, це часом буде виглядати занадто дотошно, але принаймні так можна зекономити. На 100%. У нас у попередній програмі в українському хабі була така тема комунікації з командою окремо і комунікації з партнерами та інвесторами. І у нас були ментори, які лекції по півтори години, де вони навчали, як саме вести себе у комунікації з потенційними партнерами, потенційними клієнтами і потенційними інвесторами. Як треба складати листи, як треба задавати питання, як треба вести комунікацію та надавати періодичні звіти. І я знаю, що багато із тих стартапів, що відвідували ці лекції, навчились і не забувають тепер відправляти свої там щомісячні звіти, які вони розсилають по мережі своїх контактів, і знаходять інвестування саме завдяки цим звітам. Тому що інвестор може не відповідати вам там півроку, але він спостерігає за вашою динамікою, за цими звітами, і зрештою бачить, що ого, значить, вони, значить, в січні нам направляли лист, у них було стільки клієнтів, а у липні там стільки клієнтів. І значить, у них динаміка велика, і нам буде цікаво з ними поспілкуватися. Це теж робота, це теж вкладення свого ресурсу. І я знаю, що в інкубаторі, в ІО-інкубаторі навчають саме усю команду, саме цьому, тому що навчити CEO, да, навчити фаундера – це одне, навчити лідера, да, а навчити усю команду, яка б підтягувалася, да, і розуміла, чому фаундер пішов на якийсь акселератор, здобув освіту, здобув нові знання,
і потім буде вимагати йти з ним в ногу. Так? І тому це дуже класно, що ІО бере усю команду одразу, і не треба пояснювати команді, чому ми зараз біжимо туда. Да, там, Ну, это касается на самом деле не только стартапов. Так вообще, когда там руководители куда-то ездят, обучаются, потом приезжают и говорят о том, что нужно бежать в другую сторону, а люди просто не понимают, почему. Но мы на самом деле в Радаре, мы вот то, что Олеся говорила, мы приглашаем выпускников наших на встречи с теми, кто обучаются, чтобы у них была и коммуникация, чтобы они делились там и своим опытом. И знаете, вот там со второго-третьего батча я вижу, что выпускники как раз когда приходят и говорят о том, что не пропускайте воркшопы, задавайте вопросы, потому что бывает такое, что они не приходят, а потом там у нас тоже есть закрытая группа выпускников, и потом они пишут: ребята, я пропустил вот такие-то сессии, а мне теперь нужны эти знания. Вот, поэтому, да, вот они, мы специально делаем, чтобы больше коммуницировали и делились опытом. Андрей Заикин как раз SEO, да, ЕП, он выпускник Radar Tech, первой нашей программы. Да. Вот как все в мире взаимосвязано. В мире все взаимосвязано. Да. Спасибо и вам, Катя. Я так розумію, що питань у чатику більше немає, і ми можемо завершувати нашу сьогодні бесіду. Подякувати усім спікерам за виділений час, за знання, за інформацію, за те, що ділитесь, за те, що збираєте у підбірки, за те, що надаєте доступ до таких крутих ініціатив. І класно, що в нас є такі замечательні жінки, які можуть, та, які ведуть за собою, які є лідером таких класних проєктів, та, які можуть створювати нові інновації і долучати до них інших підприємців. Дякуємо вам за це. От. Так що на сьогодні, дякую, я так розумію, це все. Да, спасибо. Так, і так, дякуємо вам за час за сьогоднішній, і будемо раді бачити на наших, може, наступних якихось ініціативах. Гарного вам дня, вечора, та, і класних ще наступних проєктів. Дякую. Все, спасибо всім, хорошого вечора і до встречі.